Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Валда, и мы продолжаем прохождение Dark Souls 3. Жопа-боль продолжается, дамы и господа. Какие-то вонючие крокодилы внизу в каком-то жиже в подземелье отняли мои 30 с чем-то тысяч душ, поэтому надо идти туда и забрать их обратно. Минуя всех этих вонючих клириков, они же маги, минуя здоровенных гигантов, которые уже проснулись, просто бежим за своими душами. Тихо, мирно, никого не трогая. Все-таки 35 или сколько там тысяч душ на дороге не валяется явно. Пускай у нас уровень уже и стоит по двадцатке, но считай полтора уровня. Вполне себе цифра такая. Где они? Вот они. Души получены. 35 885. Ну что же, теперь крокодайла. В очередной раз. Согрел. Убираем лук. Успел брать, успел. Так, там второй крокодил, поэтому давай сюда, иди. Ой-ой, ты еще и молнией такую-то дамажишь. Понятно. Крокодил 2, Валдай 0. Пока что счет у нас такой. Я даже не знаю, может мне просто таки души потратить, спустить, ну, в смысле, отправиться обратно к костру потом. Хрен его знает. Что за угол вообще такой? Что, какая-то там тупиковая локация непонятная, закрытая призрачной стеной была? Вообще не ясно, что к чему. Бегает туда, блин, каждый раз роняя кал ради 35 тысяч душ. Ну, конечно, придется, но как-то не очень охота просто. И у нас с вами все еще осталась где-то позади очередная новая локация, называемая Подземелье Меритила. Нам про нее рассказывал, кстати, этот самый наш старый добрый толстый друг Сигвард в луковичной броне. Помните, он сказал, что где-то в Эритиле существует глубокое-глубокое подземелье, а еще глубже под ним оскверненная столица, где живет гигант Йорм. А гигант Йорм, между прочим, это один из повелителей пепла, которого нужно на трон поставить. Так что вот такие пироги. В общем, нас ждет с вами еще интересная локация очень одна, но потом. Пока что нас с вами ждет жопа боль с крокодилами. Очень мало места просто там, вот что немножко печалит. Может быть, даже не знаю, может как-то все-таки их надо с лука расстреливать. Может быть, подняться вот сюда, обратно на лестницу и в итоге дождаться, пока крокодил мне еще сделать не сможет. Хрен его поймет. Души. Души забрал, далее. В очередной раз ставим лук. Работаем по старым чертежам, берем лук в руку. Стреляем по крокодилу. Наносим ему одну единицу урона. Еще одну. Да блин, чё ж ты камеру так подводишь-то? Наведись уже на него давай. Поймал. Писец. Да уж. Охереть. Вы знаете, я, пожалуй, зайду к ним попозже, наверное. Или все-таки нет, нет, все-таки я должен их убить. Пускай это будет челлендж в начале серии. Пускай мы на это потратим даже полсерии. Просто насрать. Я хочу отомстить этому ублюдку. Я буду бегать сюда, пока не задолбаю. Если будет слишком много попыток, я просто вырежу половину. Оставлю там некоторые фейловые такие. Посмотрим. Просто нафиг, хочется уже все-таки забить этого крокодила вонючего. Восстановим немножко запас стамины и теперь побежали. Неугомонные чертовы клирики. Ну, поехали, сволочь. Дубль какой уже? 3 или 4? Души получены.
Да какой... О чем ты, родной? Тихо, бьем. О, давай, давай, давай. Фронт-степ ему. Не добись. Добить, добить, ну. Добил. Хил. Интересно, а если я сдохну, наверняка они, да, ты исполнится по новой. То есть наверняка эти твари тут многоразовые. Хотя, как знать. Надеюсь, больше их тут нет. Но здесь было только два. Да-да-да, давай-давай. Тихо. Пьем. Пьем. Да что ты даешь попить-то мне нормально по-человечески-то, ёперный ты кротовод. Ой, твою мать, а. Ладно, хоть одного вынесли, не знаю, если они сейчас там будут опять по новой два, то этот вообще просто бессмысленный какой-то бой, потому что одного выносит, другой тебя выносит тебя. Как-то, блин, я же раньше мочил такого, помните, он был у нас уже в Эритиле, в этом, на мосту в самом начале локации, когда только-только первый раз приходишь в Эритил, идешь по мосту к центральному Эритилу, и там эта тварь как раз была, прыгала сзади на нас, влетала там, как дикая. В чем же проблема-то? Чем у меня с ними не получается разобраться? Вроде же все просто. Давайте посчитаем подсказку, просто потому что меня она бесит уже. Может помочь скрытность. Да в жопу тебя. С твоей скрытностью. Просто постоянно бегаю, и подсказка это мозолит глаза. Интересно было, что там написано. Вдруг там стена призрачная была бы. Вряд ли, конечно, но мало ли. Я в этой игре уже привык к тому, что удивляться тут нельзя ничему. Тут происходят такие движения, что... Просто уже перестаешь удивляться, забываешь об этом. Ну смотрите, великаны исполнится, значит вполне вероятно, что крокодилы тоже будут исполниться. Если так, то это будет очень печально, потому что души мои на этот раз на середине, их забрать будет сложнее. А там их уже 49 тысяч, между прочим. А это очень и очень приличная цифра, по-моему. Не так ли? Долгий-долгий спуск, проверяем, тут душ нету, да? Погоди-ка, крокодил? Нет, все-таки крокодил один остался. Это не может не нравиться. Только души где? Мать его, души-то где? Пошли искать. Ну, они. Сначала душ, потом разговоры. Копьем. Поймал меня на попил, должен выжить, по идее. Надеюсь на это, по крайней мере. Нет. Ай, сука такая, тварь, блин. Очень хочется материться, прям дико так отборным матом, но я сдерживаюсь. Сдерживаюсь из последних сил. Ублюдок вонючий. Сраная рептилия. Сейчас, подожди, я тебя доберусь. Ладно, хотя бы второй не исполнится. Уже, на самом деле, гора с плеч. Блин, 49 тысяч душ. Бьем второго, точно она будет идти прокачиваться. Потому что уже два уровня поимеем. А может даже если пусть тут три. Но если используем еще то, что у нас там какие-то отголоски еще есть. Точнее, не отголоски, а души. Отголоски были в Bloodborne. О, блин. Да уж. Ладно. Ладно, тварь. Я иду за твоей чешуйчатой жопой. Готовься. Просто не понимаю, когда вот с ним можно попить нормально, вот как на его атаке. Научиться и выйти, и пить.
Вообще было бы здорово здесь, представляете, упасть мимо лестницы случайно, и все, в итоге 49 тысяч душ были просраны в никуда. Все-таки слава богу, что второй не респавнится, это прям такое счастье. Нахрен, все потом, начало души. Хорошо. Вот, пожалуйста, уже. Уже мне хана. Да блин, да что за дерьмо-то, а? Надо не жадничать с ним. Если он тебя атаковал, все, отходи и пей. Давайте использовать такую тактику, потому что лезть на рожон, пока он там вот этим своим электричеством пуляет, в надежде, что нанесем ему немножко урона, все равно мы не завалим, все равно это непростой противник, все равно 3 удара ему мало, или там 2. Ему нужно ударов, наверное, 10 или 8 нанести, чтобы он сдох. Поэтому тактика простая будет у нас. Атаковал, отошел. Если он атаковал тебя, значит, убежал вообще в угол карты и попил. Даже если немножко атаковал, потому что, блин, его атаки некоторые чуть ли не ваншотные. Вот, допустим, когда вам в пасть хватает, то все, считайте, если у вас не фул хп, то вы труп. Я бы, кстати, бы, наверное, может быть, сейчас даже уголь заюзал, и тогда бы, может быть, мне было бы проще с ним сражаться, но... Ну его нахрен. А там еще какие-то лучники нажду потом сверху, которые там по мне стреляли. Не знаю, один он там или несколько их. Хрен его поймет. И потом локация реально тупиковая. Там какой-то хрен стоит в углу, типа как какой-то этот самый епископ очередной. Не знаю, враг он мне или не враг. И больше там ничего не заметил. То есть, по сути, там только блестяшек парочка. Давай, тварь. Все, уже надо пить. Понимаете? Вообще, я просто не представляю. Меня уже начинает пылать потихонечку, это дерьмо все. Мы 12 минут серии потратили на тупо на двух крокодилов. На одного даже, второго мы даже вообще еще даже близко не подобрались к тому, чтобы его замочить. Ну, блюдок конченый. В этот раз даже урон не нанес, вообще бред. Ладно бы они были бы тут один за углом, сразу выходишь, вот, допустим, эту арку, и тут сразу крокодил, а то, блин, бегать каждый раз до них еще. Запарно. Да уж. Но я все-таки замочу просто потому, что иначе было бы тупо столько времени потратить и в итоге не убить. Плюнуть и уйти. Я все-таки настырно пойду до конца. Сколько бы это времени не отняло, я пойду до конца. Кому этот момент не очень интересен, можете просто перемотать немножко вперед. И все. Поехали. Еще такой долгий спуск, блин, вообще, короче, бежать до них тут удовольствие сомнительное. Где мои души? Эй, ублюдок, где мои души? Вижу. За колоннами как-то надо его мантить, мне кажется. За колоннами. Давай, тварь. Пьем, ждем. Не-не-не, он не уманит нас открытое пространство, нафиг там у него будет преимущество. Мы пойдем за колонну и снова попьем. Ибо нафиг нужно.
Фляги мне не жалко, потом все равно пойду к костру. Понятно. Ну чего ж, конечно, у нее суровые атаки-то, это просто забей. О, наш шанс. Готов. Чертов ублюдок, а. Фу. 62 тысячи душ, охренительно. И какое-то колечко еще, кольцо благосклонности. Кольцо, символизирующее милость богини Финни, о чьей роковой красоте слагает легенда. В соответствии с изменчивым характером Финни, ее кольцо увеличивает максимальное здоровье, выносливость и вес снаряжения, которое может носить владелец. Ох, ни хрена. Максимальное здоровье, выносливость и вес снаряжения. Так, что у меня там? Максимальное здоровье. Павшие враги приносят больше душ, увеличивают очки и здоровье, останавливая фляга с эстусом. Немного повышает ловкость и скрывает ППК. Так, давайте вот вместо здоровья просто поставим вот это. Повышает здоровье, выносливость и максимальную нагрузку. То есть получается, было 47, стало 75, было 122, стало 132, было 55, стало 57,7. То есть мы теперь вполне возможно будем перекатываться нормально с луком. Нет? Нет, все равно медленно. Ну и хрен с ним, я просто потом прокачаю себе физу. Все равно я оставлю и лук, и факел, потому что каждый раз их включать просто меня выбешивает. Фу, ладно. Человеческие отбросы. Классно, что бы это такое могло быть? Человеческие отбросы. Свидетельство, что верный Олдрику исполнил долг. Доказательство того, что верный Олдрику теперь его ожидающий возвращение правителя богов выполнит свой долг. Отбросы самое тяжелое, что есть в человеческом теле. Они погружаются на дно самых темных глубин, и там превращаются в оковы, сдерживающие этот мир. То есть очередная какой-то ковенант. Стало здесь, кстати, костер. Отлично, слава яйцам. Хоть костер в этом месте будет. Глубинный самоцвет, неплохо. Ну и перты, родной. Молиться архидиакону Макдоналлу. Вступить в ковенант. Это Вилны от Олдрику, наверное. То есть, который вторгается, охраняя эти земли. Ну, кстати, можно. Можно. Верный Олдрику. Открытое достижение. Ковенант верный Олдрику. Вы получили покровительство ковенанта. Да, человеческий отброс. У меня только одни, поэтому забирай. Преданность ковенанту стала глубже. Оставить. Соответственно, теперь я так понимаю, что кто будет вторгаться сюда, в эти земли, вылетил. Я буду за них впрягаться. Кстати, почему-то все равно остался эмблема волка. Я чуть не очень понимаю. Вроде ковенант у меня уже не волчий. Не, сторожевые псы фараона все еще. А, ну и отлично тогда. Псы фараона меня полностью устраивает, поэтому пусть будут они. Новый костер, и поехали нахрен прокачиваться. Какая-то реально жопа боль, блин. Два крокодила в одном месте, это слишком. Чересчур больно, прям, чересчур. Мантия молитвы, мантия принца Лотрика. Так, родная, добро пожаловать домой, да-да-да. Можно, пожалуйста, парочка, буквально парочка физической мощи. Еще раз проверить пояснение. Физическая мощь. Максимальное снаряжение, да, то, что нужно. Раз и два. Все еще хреново кувыркаюсь. Так а чем я там по снаряжению-то вообще? Че почем? 71,8, должно быть как минимум 70, поэтому да. Немножко мне еще нужно. Так, ладно, у нас там вроде как были какие-то души. Давайте их используем. Пятерочка. Далее. Двоечка. Боюсь, что не хватит. Боюсь, что мне не хватит. Ну да, явно не хватит. Хреново.
Можно, конечно, душу понтифика Сарвина заюзать, но стоит ли? Или приберечь ее на потом? Прям попродаем повторные вещи, например, попробуем. У нас там их не так много, но тем не менее. Можно, кстати, угля просто продать. Сколько нам требуется до уровня? Наш шанс угля слишком много, они по штуке уходят. Давайте посмотрим. Так, нам не хватает, получается, сколько? 26, у нас 18, то есть нужно еще как минимум 8 примерно, да? Ну, давайте 8 угля и впарим тогда нахрен. Нет, только не купить, продать. Уголь. 8. Это отлично, 26 тысяч душ есть. Надеюсь, хватит. Ах ты же, ёперный кротовод. 20 души не хватает, офигеть. Да не купить, продать. У меня там какие-то были одинаковые вещи. Ну, вроде как... Да, вот эта штука. Да-да-да, Ashen One, Ashen One. Повысить уровень. Давай еще одну. Физическую мощь. Ну? Блин, все равно не очень. Все равно 76, нужно еще один уровень прокачать физической мощи. Ладно, ничего страшного, придется немножко подкачаться, потому что хочется все-таки ходить с крутым мечом, с крутым щитом и хорошей броней, и при этом нормально кувыркаться как человек, а не как отребье. Поэтому ничего не поделаешь. Поехали тогда дальше, терпеть боль. Резервуар с водой, отправляемся. А тут долгий-долгий подъем по лестнице нас ожидает вверх, а там уже, собственно, вот эти как раз лучники или лучник. В общем, что-то такое. Что-то в этом духе. Там уж поглядим. Так, это куда нам? Это нам вот туда, по-моему. Нет, подожди, где же? Да, все правильно, сюда. Вот она, лестница. Ну, крокодилы, конечно, кроем и попили немерено, мать его. Теперь нам предстоит долгий-долгий подъем. К сожалению, камера не поворачивается выше. Нельзя оценить, сколько осталось еще ползти. Тормоз, смотрите, сколько мы прошли уже. Офигеть, конечно. Просто офигеть. Какая длинная, мать ее, лестница. И потом напомню, что все это было за предыдущей стеной. Здесь была стена. Спасибо за подсказку. Она, кстати, лайкнула, поэтому все нормально. Спасибо, я сказал, будем считать. Лук забыл прокачать, но да хрен ты с ним уже. С этим луком. Давайте лучше смотреть, чем вот это имеем. Вон, кажется, вижу одного лучника. Да. Точно такие же, какие были там внутри. Хорошо. У нас блестяшка. Титанитовая чешуя, кстати, неплохо. Очень даже неплохо. Нам, по-моему, они, если не ошибаюсь, на копья были нужны эти чешуйки. Титанитовые. Здесь можно куда-то спрыгнуть, но стоит ли, вот в чем вопрос. Учитывая, что там еще не лучник, я думаю, что да. Да к тому же осколок титанита очередной большой. Давай-ка я выберусь куда-нибудь туда, где нормальное адекватное пространство, а там мы с тобой уже повоюем, родной. Твою мать. Твою мать. Ладно. Душ-то было не очень много, поэтому мне очень жалко. Даже, точнее, вообще не жалко. Ну, факины ублюдки. Двое сразу. Потом один из них какой-то еще зачарованный молниями оружием бьет. А луком против них бесполезно. Пока целишься, они тебя сами зарядят стрелу просто-напросто. И будет тебе очень больно. К сожалению. Блин, сначала мы сюда бегали, чтобы крокодилов мочить. Теперь мы будем бегать отсюда, чувствую я. Пипец, конечно, какой-то. Просто какой-то пипец. Но делать нечего. Понеслась. Эх, блин, осколок кости бы найти еще один. Да и вообще, в принципе, осколков этих самых фалексистусом тоже не помешало бы еще парочку. Чтобы было 12 фляжек и было на плюс 4. Тогда было бы, наверное, мне кажется, самый раз. А так, нам с ним пора еще какие-то доспехи более крутые заиметь, которые будут у меня больше... защищать хотя бы от стрел от этих конченых.
Даже не знаю, давайте пробуем травы все-таки тут его где-нибудь размансить. Тихо. Спокойно, спокойно. Вставай, родной, вставай. Хорошо. Очень хорошо. Пробуем другую тактику. Просто очень мало места, эти суки стреляют еще. Это вообще забей просто. Притом, ты с одним мочишься, а другой в этот момент по тебе стреляет. Ну, что за ублюдки. Пробуем другую тактику. Пробуем тактику выманивания. То есть, подходим, бьем мечом, потом потихонечку отманиваем обратно его. Так, а 7 путов, в какую сторону мне бежать? Вот туда. Нет. Подожди, где? Вот туда, все правильно. Да уж, короче, в этом резервуаре с водой мы чувствую застряли надолго тут теперь, блин. Пипец какой-то просто. Но делать нечего. Ждем долгий-долгий подъем. Душу мы уже потеряли, но там было 200 душ, напомню, поэтому не жаль совсем. С одного такого рыцаря падает, наверное, тысячонки полторы, поэтому... Что такое 200 душ? Это сущая ерунда, по сути. Можем пойти другим путем, на самом деле. Или нет, подожди, вот там, да, другой путь. Блин. Ну, давай пробуем, почему нет? Давай-ка одной сюда идем. Вот и молодец. Ну еще одним меньше, нам проще. Пошли дальше мстить ублюдкам. Ох, убил что ли, нет? Забей, просто двух ударов. Притом первый удар был в щит. Твою мать, я в шоке просто вообще от этой локации, честно говоря. Мы столько времени, просто сколько уже прошло с момента начала серии, 28 минут топчемся на месте. Просто топтание на одном и том же месте. Вот как это называется. Короче, ладно, сейчас пробуем еще раз, но в принципе я понял, что левый путь явно безопаснее, чем правый. Правый как-то реально жопораздирающий, потому что там сразу три лучника, а здесь можно на первого выйти и замочить его. Боль, просто боль, раздирающая ощил. Поэтому я стараюсь, ну знаете, обычно я, ну, наверное, кто-то смотрит мой канал давно, да уже знает, что я пишу серии наперед, обычно за один день сразу 14 видео записываю, то есть, ну, прям садишься с утра до вечера, играешь, и на всю неделю снимаешь видео, потом спокойненько уже их выкладываешь, в течение недели они выходят там по таймерам, да, ты уже не паришься и отдыхаешь от игр, занимаешься своими делами, ну и так далее. Ну, так вот, собственно, и обычно, соответственно, можно там записать серии по 5, по 6 одной игры, но вот Dark Souls больше 4 просто не могу, потому что слишком начинает припекать потом уже. Жопа. Иди сюда, сука. Вот так. Стамина. Извини, стамина кончилась. Продолжаем разговор. Ладно, подожди. Нет, еще упал, что ли? Блин, конченый ублюдок. Какой нахрен лук? Давай со щитом своим, с мечом. Тихо! Повезло, просто повезло.
Потные ублюдки. Да даже не то, что потные, просто места мало с ними бороться тут. Давай, тварь. Понеслась, ну. А как тебе вот такой приемчик? Не хочу, чтобы он падал вниз, поэтому вымани сюда его лучше, потому что если он пойдет вниз, то мы потеряем с него лут. Если, конечно, он там будет. Может, лута там и не быть. Вот и все, урод. Конченый урод. Да, с них с каждого падает, получается, по два осколка или обломка титанита. Что у нас тут, спуск какой-то есть? Пойдем посмотрим. Давайте, пожалуй, подхилимся. Тут блестяшка. Пепел жителя Востока, кстати. Нифига, вот это круто. Опять-таки служанки отдадим обязательно. Пепел торговца доспехами из восточной страны. Служанка при храме сделает из него что-то отражающее суть покойного. Торговец, капитан охотничьей общины, обожал оружие. То есть нас новые пушки ожидают, друзья. Это реально круто. Так, туда лучше никуда не падать. Да-да-да, я помню, что там еще третий есть лучник. Я к тебе, сука, иду. Жди меня. И я уже близко. А, так это кто-то другой даже стрелял. Четвертый, получается, лучник есть. Ладно, неважно. Не попал. А я попал. Меня вполне устраивает такой размен. Тупо стоять, одну кнопку жать, и все. Все, что от меня требуется. Ничего больше. Даже прицел не надо проверять. Я подожду. Я не спешу. Ну, а тебе месть. За все эти мучения, за все эти смерти, что я здесь умирал. Просто месть. Надеюсь, тебе понравилось. Твою мать, упал все-таки вниз, не дал мне свой лут. Кто там еще стреляет? Откуда ты? Где ты там вообще есть? Я тебя не вижу. Мне туда лучше, наверное, не падать. Вон он, сволочи такие. Так, ты не попадаешь, меня это устраивает. Продолжаем разговор. Как было с тем, ребят, парнем. Только... Ох, попал. Ну ладно, титанит твой мне нужен, поэтому я пойду все-таки тебя запетляю так. Ой, там правда два у вас. Нет, ара нет, ара нафиг. Тогда все-таки продолжаем разговор с луком. Так, спокойно. Ну и последний, по идее, выстрел. Не, промахнулся. Не падай, пожалуйста, ну... Что это за ублюдок, а? Ладно, теперь ты, родной. Ага, тут еще один. Не так быстро, короче, говорит мне. Ну, давай, поехали. Я понял. Я тебя понял, родной, все нормально, не переживай. Ты главное не нервничай. И давай без луков пойдемся, ладно? Понравилось?
Кажется, и правда понравилось. Ой! Как не вовремя решил попить. Да живи! Просто живи. Нахрен, пей. Даже не дал мне встать, да? Ну тебя нахер, скотина. Что же за место-то такое конченое? А теперь паново бежать, всех этих ублюдков убивать. И душ-то не так много, главное, 13,5 тысяч. Но надо, надо. Блин, опять этого дерьмового колодца, который хрен поднимешься еще, реально. Полчаса подниматься будешь. Ой, меня прям пригорает из сегодняшней серии, друзья, прям вообще не знаю. Я бы даже, наверное, закончил уже, но нет, хочу душу вернуть начало. Не уроду отомстить этому манющему. Блин, у них оружие, когда они начинают молниями бить, это все, это забей. Просто два удара, и ты труп. Притом, как-то не знаю, на бэкстепе они тоже не очень хорошо ловятся. Ловятся, конечно, то есть можно, но как-то трудно. С обычными рыцарями попроще, чем с этими уродами. То ли просто я подустал уже, может, не знаю, с этих крокодилов. От этой жопы були. В любом случае, бежим по новой, что нам остается еще делать. По новой с ней махаться. Потом даже не знаю, смогу ли я победить, может, меня сейчас убьют тут же. Первый же рыцарь. Ну поехали, ублюдок. Да. Перекатываться. Не, давай сюда, на открытое пространство. Выходи просто, где стен нету вонючих. Вот так, давай. Поехали. Хил. Да, жить. Просто жить. Потные рыцари, реально потные. Из одного столько проблем, блин, а там еще. Да ну тебя нахер, короче. Да ты че, охренел что ли вообще? Я даже к тебе подойти не успеваю. Смотрите, какими стрелами они стреляют, просто жесть. Ну да, давай. Конечно. Ну естественно, и давай мне встать сразу. Ну наконец-то, сволочь. Это месть, родной. Это месть. Запомни это сладкое слово. Так будет с каждым из вас, суки. Там еще двое. Выманим, попробуем, что ли, его. Да, лучше выманить. Понятно? Тихо, тихо, тихо. От этого места у меня припекает в заднем проходе, в заднем проходе. Ладно, друзья, знаете что, 19 тысяч душ не такая большая сумма, чтобы за нее переживать. Ну его нахер, давайте просто закончим сегодняшнюю серию. Но не выходит, не срастается, не получается. Ну что ж поделать. Надеюсь, что вам понравилось, друзья. Оставляйте в комментариях, что по этому поводу думаете. Не забывайте про большие пальцы вверх. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. А для вас играл и комментировал Валда. Это была игра Dark Souls 3 на Epic Type. До новых встреч. Пока-пока.